Всем привет, я Квас, и это Астронир. В прошлый раз мы вот построили такую вот интересную базу, и сейчас мы ее будем потихоньку улучшать. Солнышко наконец-то всходит, и мы, надеюсь, сможем нормально уже поработать. Солнышко, работай. И еще я хотел узнать, можно ли продать ненужную базу. Ненужный бокс. Ну вот, например, вот этот. Вот так вот. И вот так вот. То есть теперь у меня их три. Зашибись. А нет, видите, пропала. Пропала она, пропала, это хорошо. Теперь я смогу чуточку изменить схему. Я хочу их чуточку подальше вот эти поставить. Так, хорошо. И этот у меня будет здесь, это здесь. Хотя нет. Хорошо. Угу. Вот так вот. Органику мы пока вот сюда спрячем. Вот, а здесь у нас будут солнечные батареи стоять. Так. Ага, вот он максимум. Давай сюда пока. Продую генератор и все, все сюда. Вот так вот. Да и по идее, это тоже бы надо соединить. Тихо. С вот этой маленькой. Потому что, я так понимаю, тут все-таки есть какое-то некоторое направление электричества, оно не просто так туда-сюда ходит. Вот, поэтому нужно его ставить как следует. О. Вот теперь должно быть все красиво. Окей. А может еще можно так вот? Да, пожалуйста. Все отлично. Так, исследование. Воу! Вот это очень хорошее исследование. Средний склад можно потом. Кран, динамит, фейерверк все потом. Все потом. Фонарь, маячок. Одноместное обязательно.
Так, и тут у нас малый генератор, опоры, это все есть, это все есть. Вот тут это все не нужно. Силовые ячейки, нафиг удлинители. Удлинители, вот, кстати, нам потребуются, я думаю. Делать. Отлично. Теперь нам нужно... Блин, опять что ли? Ну, ёксель-моксель, только что ж была. Ладно, подождем. Так, она как-то мимо прошла, ну ладно. Транспортный бокс, все есть, все есть, все есть, все есть. Что надо? А, нам нужно построить. Стоп. А где средняя хрень? Эй, Вася, средняя хрень потерялась. Это грустненько. Так, давай мы его сюда так поставим. Так, соединим. И нам нужен средний фабрикатор. Средний фабрикатор мы поставим на большую платформу. А вот его надо ставить на платформу. Честно говоря, не хотелось бы его ставить на... Хотя смотри, у него вроде как подключатель-то есть. Может, его можно подключить? А-а. Придется делать среднюю платформу. Еще куда-то за смолой бежать. Грузька, грузька. Ну ладно. Сейчас мы его как-нибудь... А, у нас же удлинители теперь есть, да? Мы можем, в принципе, с помощью удлинителя его куда-нибудь так поставить, чтобы он нам не мешал. Ну и где смола? Нет смолы. А я сейчас сдохну. Из-за смолы. Давай, чувак. Джеронимо. Беги. Была бы еще бы как-то это подписывалось бы. Потому что так я уже и не вспомню, что где находится. Смолы бы мне посмолить. Тут у нас соединение, да. Вот это грустная новость, что тут рядом смолы больше нет. Можно, видно, в другую сторону. Прости. Так. Надо будет эту смолу потом в дубликатор запихнуть. То
чего-чего, а вот соединений у нас полно. Тут, кстати, солнышко поднялось. А смола-то нам еще потребуется. Так, здесь у нас соединение. Смола, твою мать. Еще соединение. Так, что-то туда бежать. Вон она, смола. Сейчас мы чутка подзарядимся кислородиком. О, чистый воздух. Так, хорошо. Пунь-пунь-пунь. Да, точилки, конечно, не хватает. Но сейчас мы разберемся со всей этой байогой. Сделаем себе машинку. Задублирую себе смолы побольше. Так, все. Пошли около своего, получается, около своей пещерки поработаем, мальца. Сейчас вот здесь вот. И пошли очищать породу. Прогонять через себя. Потом сюда на точили приползем. И будем с помощью крана и этого... Как он называется-то? Бура. Все то же самое делать. Гениально, конечно, будет работа. А, ну все, кстати, все заполнилось. Раньше фейерверк аж прям такой летел, сразу было видно. А сейчас какой-то тоненький этот черный дымок, даже это непонятно, что происходит. Так. А, кстати, у нас все уже происследовалось. Так, вот у нас смола. Ой. Я еще туда не закинул ни одной бочки. Ну ладно. Так. Давай, ставь ее. Так. Смотри, сколько их. Так, хорошо. Давай прям поставим. Такая грустная, типа. Типа, чё вы меня сняли? Так. Давай. Так. Транспортный бокс, 2 алюминия нужно. Давай пока большую платформу делай. О, смотри, сколько сразу алюминия. Прям ужрися называется. Уже не знаешь, куда ее пихать. Нужно будет сделать... у нас есть исследование еще? Есть еще исследование. Нам нужно... Вот это. Сколько? 1600? Да охренели. Ага. Очень странно.
Так, нам нужен средний фабрикатор. Вот эту фигню мы сейчас куда-нибудь уберем, чтобы она мне тупо не мешалась. Вообще ее с помощью динамита можно будет убрать. Так. Поставим. Черт, тихо. Вот так. Это у нас будет такое для судного дня, если уж потребуется. Я ее, конечно, подключу к системе. Так. Ага, ну, здесь вот он сбоку будет строить. Можно, кстати, маленькие сюда поставить, чтобы они были в одном месте. Ну и все. Так, хорошо, это мы сделали. Нужна еще одна большая. Мы на нее поставим транспортный бокс. Так, хорошо. Так, что у нас по банкам? Кстати, было бы неплохо нам еще баночку сделать одну. Как раз требуется смола, да? Отлично. Сейчас третья будет. Я думаю, этого будет вполне себе. Нормально. Так, что у нас? У нас что-то есть, да? Во, отлично. Большая фигня есть. В принципе, мы можем его куда-нибудь сюда запихнуть. Кстати, об удлинителях. Нужна медь. Твою мать. Медь. Твою мать. Так, ладно. Тогда пока сюда поставим. Вот так вот. И... два алюминия, да? Ладно. Придется за алюмишкой сходить. Пунь-пунь-пунь-пунь-пунь. Ну, еще может эти какашки собрать. Не знаю, я их, хоть они называются, там неизвестный объект, там еще как-то. Ну, какашка, ё-моё. Это реально какашка выглядит такая. Инопланетная, естественно. Кстати, наши персонажи перестали получать какого-то урона. Вот ты иногда так прыгнешь случайно высоко. И он вдруг как... получит урон. Так. Медленно сейчас накопаем и алюминий. Это у нас гидразин. Сейчас что-то ничего нету. Как, кстати, и здесь. Вот и лотерит. Два стака. Отлично. Если будет три, это тоже хорошо. Блин, какашек нет. Как так-то?
Это очень странно. О, смола. У нас, кстати, опоры закончились. Приколи. Здесь нету. Это вообще вулкан какой-то. Ой-ой-ой. Чуть не сдох. Было бы печально. А вот и какуньки. Две штуки. Да, вот сейчас бы машинка бы пригодилась. На-на-на-на-на-на-на. Побежали, побежали. Что, нужно еще делать эти? Как называется? Опоры. Так. Сюда. Так, а здесь можно сделать мост. Пройдем? Не пройдем. О, отлично. Я архитектурный гений. Эй, давай, влезай. А, вот, нам еще нужно эти средние контейнеры исследовать. И тогда можно будет нормально базу обеспечить, а тут там уже ресурс, как это, не хватает места для ресурсов. Так. Вообще ни о чем. Так. Что у нас там? А, алюминий, похоже. Аммоний. Что мне с этим аммонием делать, блин? Давай сюда еще. Сразу фигачить по звуку пошел, да? Все, электричество закончилось. Жрает-то как, а? Все. Печалька. Кстати, а что нам нужно для... О, как раз-таки алюминий. Ну ладно. Сейчас сначала это доделаем. Давай. Козявочка осталась. Так, ладно, пускай это все дело строится. Но мы с вами чуть позже к этому делу присоединимся. Так, у нас вроде бы все достроилось. Смотрим, смотрим, смотрим. Это у нас медь, да? Что у нас по меди? Солнечные батареи? Да нет, пока не надо. Спасибо. Так.
Отлично. Воп. Что тебе надо? А, у нас там не открыт транспортный, да? Да. Ни среднего, ни малого. Мне 400 нужно. Окей. Значит, пойдем опять за какахами. А сколько у нас? А, нам нужно косарь-то всего-то. Еще нам нужны опоры. Так. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Сейчас, я надеюсь, машинку мы уже с вами сможем поставить. Я бы ее сюда, наверное, подгонял. Тихо. Видите, урона нету. Раньше, когда чувачок падал, он получал такой нехилый урон. А сейчас урон он не получает. Так, окуньку я нашел. Ну, одна, одна. Давай посмотрим, может, тут еще есть. Не, нету. Давай посмотрим, что еще есть. Потому что в пещерах обычно много всяких ништяков. Так, ладно. Поставим свечку. Так. Так. Кокунец. Да, тачки не хватает. С другой стороны, она бы тут не проехала, потому что тут прям, честно говоря, вакханалия какая-то, особенно вот этих сталагмитов, сталактитов. Я единственное не помню, какие из них сталагмиты, а какие из них сталактиты. Есть, ну, вот эти сосульки вверх-вниз, которые, они же по-разному называются. Вот. Молодец, поставил. А есть еще, которые в бок растут. Честно говоря, я был несколько в шоке от того, что такие бывают. Но, будучи в какой-то крымской пещере, я такие увидел. Я не знаю, как они собираются таким образом. Это странно очень. Так. За несколько заходов сделаем кассу. Так. Надо будет продумать, как сюда эту фигню. Стой. Как-то улучшить ее. Так, давай вторую какаху возьмем сразу. Чтобы не спускаться. А, можно же... А, нет. Из алюминия же делаются ветряки, да? Я думал, сейчас ветряков бы поделать. Ну ладно, сейчас, пока это все будет у нас в системе крутиться, мы еще сходим за алюмишкой. И тогда сделаем себе ветряков.
Единственное, вот что хотелось бы, чтобы тут было, тут немного, чуть побольше физики. В плане, например, сделать такой туннель в горе. По идее, там должен быть сильный ветер. Вот, туннель, ну, получается, сквозной. Туда поставил эти ветряки, вот тебе бесконечная энергия. Было бы прикольно. Так. Ой, всего-то 600. Вообще ни о чем. О, тут уже интереснее. Так, хорошо. Ветротурбина. Тут у нас медь. Так. Из мити, кстати, удлинитель можно делать. Так, попробуем одну штучку сделать. Они, как я помнил, тоже стакуются, да, их 5 штучек. Ну, тоже неплохо. Так. Пошли за алюминием. Но все равно не нужно особо. Жалко, его тоже нельзя генерить. Дюпать, да. Это называется дюпать. Так, алюмишка у нас выглядит... Я забыл, как выглядит алюмишка у нас. Зеленый это у нас медь. Да, точно. Вспомнил. Так. Здесь мы были. А вот еще какаха, смотри. Мы чуть пропустили, походу, да? Надо ее отнести куда-нибудь, где мы ее не потеряем. Даже не знаю, где такое место может быть, чтобы ее не потереть. Ну, сюда. Пол подъема поставим ее. Да, хорошо. Налево или направо? Ой. Так, да, это у нас. Еще сколько какашек-то, а? Причем еще и необычная есть. Давай сюда ее. Сюда. О, нашел. Так. Фонарик, что ли, сделать еще? То есть темно как-то очень. Отлично. Ну, теперь можно. Давай вот эту возьмем. Такой у меня еще не было. Ну вот, можно идти домой.
Может быть, там уже день наступил, поэтому сейчас успеем достаточно быстро все это прокачать и поставить вентиляторы. Так. Берем эту. Это вообще на свеклу похоже. На какую-то очень странную. А на машинке потом будем ездить по другой пещере. Здесь мы явно уже не проедем. Тут я достаточно много всего накопал. Вот. Тачку-то мы уже будем в другом месте гонять. Обязательно нужно будет взять этот средний контейнер, на него поставить. Потому что я буду ресурсы собирать на него. Да, солнышко есть. Отлично. Сейчас мы сюда застакаем батарит. Медь — это хорошо. Но пока ее... Бля, ты что, опять что ли? Это интересно, она мимо пройдет, нет? Так как-то уже неохота сидеть. Так. Две тысячи уже. Отлично. Осталось чуть-чуть. Транспортный бокс. А, все-таки притер нужен, видимо, да? Все-таки он нужен, потому что здесь нельзя поставить одноместную фигню. Так, давай. Ну пока, видите, это ветра-то немая. Ну пока солнышко есть, уже хорошо. И то его уже не хватает, видимо. Тучка мешает, да? Это грустно. Еще осталась соточка. Солнышко, не уходи. Без тебя будет грустно. Генератор включать. Не особо, конечно, он помогает. Если уж быть честным. Ну, по чуть-чуть. Что-то отлично. О, раздуплился. Вот теперь нужно сюда соединений по самое не балуй. Подумать куда. Вот так вот. Сейчас мы соединений будем стакать. Пошли собирать фигню эту. Почву. Хм.
Так. Есть у нас место для землеройных работ. Так что сейчас все будет. Земля такая цветастенькая, классная. Так. Один баллончик готов. Да, очень интеллектуальная работа. Жалко, тут не обваливается порода. Так, чтобы у тебя прям погребло за этим песком. Это было бы прикольно. Так. Отлично. Все, три пака есть. Три пака. Какое-то ужасное слово. Если в одно считать. Ой, видите, урона нету. До этого был. Я помню, я когда падал, прям вообще печалька была. Так, этот у нас один закончил. Вообще ни о чем. Так. Я больше люблю, когда эти контейнеры вот здесь находятся. О, сколько! Это круто! Кстати, вот ветерок пошел. Заметьте. Крутится, вертится. Шар голубой. Очень медленно собирает его. Так, а нам нужны опоры. Еще. Давай. Да, это грустно все. У нас тут смола есть, все нормально. Нам нужно пойти еще земли накопать, потому что я не помню, из чего делается одноместная сидушка. О, как можно еще. Так. О, закончилось исследование. У нас там еще одна кокулька была. Давай ее заберем, поставим. И тогда сможем катутки устраивать сейчас. Вообще нужно машину делать из двух звеньев. То есть она должна быть вот там, где ты сидишь. И плюс еще одна каталка за тобой присоединена. Вот. Таким образом можно как минимум две какашки таскать с собой. Если у тебя есть средний контейнер, потому что на среднем контейнере у тебя все остальные ресурсы. Это 8 точек. Это очень круто. Вот. Либо если у тебя нет среднего контейнера, ты можешь 3 таких таскать с собой штуки. Вот.
Вообще средний контейнер нужен, потому что на него можно поставить ту же солнечную батарею. Еще 1200. Классно. Вот, солнечные панели заработали. Так, что там? Соединение нужно. Как знал. Как знал, что надо покопать. Ну давай вот эту копнем. Далеко не будем ходить. Да. Ну тут буквально, наверное, одного тазика нам должно хватить. Так. Прекрасно. Ну, там вроде не до конца докопали, но ладно. Нам только... Куда банка делась? А, вот она. Так. Пока сюда. Давай, еще одну штучку. И все. Ага, отлично. Так. Вот и усё. Единственное, она, видите, не заряжается что-то. Это очень печально. Придется взять этот генератор. И, наверное, таким образом зарядить. Благо, трава есть. Кстати, у нас же есть удлинители. А как они ставятся? Вопрос. Давай посмотрим. Так. Радость. Опора Т, понятно. Ну давай опоры пока уберем. Нет. А как... Как ставить-то? Эй! А, она автоматически ставится. Все логично. Вот она. Снялась. И чё? Ты её просрал? Так, залезаем. Все. Уезжаем. Уезжаем. Идеально. Так, у нас там где-то вдалеке была хрень. Так, тихо. Возьмем одну солнечную панельку. Один вентилятор. Можно. Так. Поехали. Так. Ой-ой-ой. Тихо. Вот там что-то у нас было. Да, вот оно. Сюда-то мы и хотели. Что-то какой-то он странно управляемый. Так. Раньше, я помню, можно было соединять, кстати, неизвестное, которое было бы
неплохо взять с собой. Раньше можно было вот эти солнечные панели, которые здесь лежат, соединять с основной базой. Ну и таким образом получать еще немного энергии. Но сейчас я не знаю как. Так. Эх, камни чертовы. Как я их не люблю. Ни хрена не видно. Ночи страшные стали. И опасные. Так. Берем сюда. Ух ты. 6000 почти байт. Охренительно. Так. Это интересно, а как тогда машинка будет заряжаться, извините меня? Хм. Глупость какая-то. Ну ладно. Тогда давайте на этом остановимся. Я еще немножко поразбираюсь, потому что это очень странно. Вот. Ну, по крайней мере, у нас теперь есть машинка, и мы можем ездить дальше. Уже хорошо. В следующий раз мы сделаем вторую машинку и будем ездить уже еще дальше. Все, ребята, на этом все. До следующего раза. Не забывайте подписываться на мой канал, на мою группу ВКонтакте, на мой Дискорд. Везде, в общем, подписывайтесь. Чем нас больше будет, тем будет лучше контент. И все будет интересненько. Все, всем пока.